Местный левитан и мама набережных Челнов. Почетный гражданин города Гульзада Арзаева встретила день рождения грандиозным концертом многочисленных друзей. Взрастившая дворец культуры энергетик, для многих она никто иная, как золотой голос града на Каме, особенно для первостроителей и представителей старшего поколения. Сама Гульзада Арзаева за свой вклад в развитие культурной жизни челнинцев получила живую оценку. По числу пришедших поздравить ее в юбилейный вечер. Началом восхождения звезды Гульзады Арзаевой можно считать первые годы зарождения КАМАЗа. Молодые специалисты со всей страны на всесоюзной стройке требовали пищи, духовной. Лучшие умы и руки державы именно у нас, как нигде, нуждались в хлебе и в зрелищах. Так начиналась культурная история набережных Челнов, в том числе с открытием ДК «Энергетик», с его коллектива и известного теперь на всю Россию ансамбля «Булгары». Сегодня мы хотели видеть Гульзаду Арзаеву. Потому что мы ее знаем, она работала в наших краях. Я из поселка Новый, мы из поселка Новый приехали. Специально на это? Да, специально. Вот, она потому что молча у нас работала. Сегодня день рождения у нас этот, самой уважаемой женщины в городе. Вот, пришли поздравить, посмотреть. Она женщина, конечно, супер. Вот, большое спасибо. Теплые слова звучали и со сцены, и из зрительного зала. Кое-кто словам предпочел иной способ донести поздравления. А вот другие без стеснений поделились подробностями знакомства с виновницей торжества. Я работаю здесь меньше года, и первая наша встреча на каком-то мероприятии подходит Гульзада Мухаметовна, и знакомимся. Она говорит: я мама набережных Челнов, вы почему ко мне не пришли познакомиться первой? Я сначала опешил. Так было, да? Я опешил, думаю, вот тебе мама, думаю. Где ж тут папа-то? Полвека на публике и всегда в первых рядах среди организаторов и участников самых крупных городских праздников. Но даже в свой день рождения на фоне заслуженных признаний и наград она не забывает о главной цели – оставить достойную смену, внести свой вклад в дело воспитания нового поколения жителей набережных Челнов. Евгений Прайнтов, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.